где он погасился-то? Там я что-то... О-о-о! Ты угадал, Слава. Радиостанцию скажи, 4.
Парни, кто-нибудь стоит? Ночь 7 на 8 сентября на территории областного центра проводилось профилактическое мероприятие «Контроль трезвости». Цель мероприятия не только выявление и пресечение фактов управления транссоциальным состоянием опьянения, но также раскрытие преступлений и выявление других административных правонарушений, совершаемых на наших улицах. В период с 5 до 6 утра в центральном районе города Твери на законные требования сотрудника полиции об остановке не отреагировал водитель автомобиля Toyota RAV4, который в течение 15 минут на улице города пытался уйти от преследования автомобиля экипажа дорожно-патрульной службы. Кроме этого, он совершил столкновение с патрульным автомобилем дорожно-патрульной службы. Однако, в конечном итоге, водитель был задержан. В настоящее время решается вопрос. Все были составлены все необходимые административные материалы. В настоящий момент решается вопрос о привлечении к административной ответственности за оставление места дорожно-транспортного происшествия, где предусмотрен арест до 15 суток.